можно понимать, что власти России тебя пиздят, смотря только телевизор, нахуй. Надо просто запоминать, что они пиздят, вот и все. Я не буду менять конституцию. Пойду ли я на новый срок, я не знаю. Это не мой дворец, это гостиница Ротенберга. Мы относимся к Украине как к суверенному государству. У нас нет никаких планов на Крым. Наших солдат там нет и никогда не было. Крым всегда был наш. Кто его отравил? Американские спецслужбы. Войны не будет. Это не война, это учение. Это не война, это спецоперация. Это они сами себя бомбят. Если бы мы не начали войну, они бы первые на нас напали. Мы стреляем высокоточными ударами только по военным объектам. Мобилизации не будет. Да и этого пиздежа столько! Что россияне начинают в него верить, потому что они такие: ну не может же быть все это пиздеж. А это все пиздеж, каждое их ебаное слово. Снимайте, снимайте, скорее снимайте. Да весь этот режим построен на пиздеже. Джак Камон, неправду на знаменах. Народ наш разделен на часовых и заключенных. Нас, господа, да-да-да-да, к обману приучили и без суда, да-да-да-да, подвалы заточили. Палач продажен и жесток, тиранит и пытает, но правда, как росток, сквозь камни все же прорастает. Нас, господа, а волшебный если бы голос? Страна привилась? Чего ждем? Вакцина бесплатна, эффективна и безопасна. Доказано миллионы раз. Сохрани друга. Самоизоляция в стране продлен до конца апреля. Об этом заявил Владимир Путин в обращении к россиянам. Оттенки на солнечный рассвет глядит в тюремные застенки. Нас, господа, да-да-да-да, к обману приучили. И без суда, да-да-да-да, подвалы заточили. Нас, господа, обманули, просто нагло обманули. Нас просто водили за нос, обманывали. Нас просто надули. Обманули дурачка на четыре кулачка. Кинули просто. Грубо кинули. К сожалению, нас в очередной раз обманули. Надули. Нас обманули в очередной раз, как я уже сказал. Цинично обманули. Просто водили нас за нос, обманывали. Ну, не в первый раз такое с нами происходит. По плану. Чтобы обеспечить вашу безопасность. Любили все, чтобы обеспечить вашу безопасность. Любили все, чтобы обеспечить вашу безопасность. Опасно. Отнестись к этому с пониманием.